Амир, Амир, референдум состоится, несмотря на все нарушения. Ты знаешь, как изменения в Конституции повлияют на наши свободы и права? Чок. Так вот, первое, инициаторы Конституции включили новую норму, согласно которой мероприятия, противоречащие моральным и нравственным ценностям общественному сознанию народа Кыргызской Республики, могут ограничиваться законом в целях защиты подрастающего поколения. Айдай, кечересин, коомдуган сезим деген эмне? Хороший вопрос, Амир. Я тоже не знала, что у нас есть какое-то общее сознание, которое может определять, что правильно, а что нет. Адамдардын бардыгы ар башка, а деп ахлактык баалуулуктарды ар ким аргандай түшүнөт. Алар кандай аныкталат? Попахивает необоснованным ограничением фундаментальных прав. Бул бизди кандайча коркутат? Адам укуктарын чектей турган адеп ахлак полициясы түзүлүп, сөз эркиндигин жана жалпыга маалымдоо каражаттарын эркиндигин чектеши мүмкүн. И если мы все же хотим их включить, то они должны быть закреплены в специальных законах и не противоречить международным стандартам прав человека. Конституциянын долбоорунун авторлары тарабынан тынчтык чогулуштарын өткөрүүгө тыюу салуунун жана чектөөлөрдүн алдын алуу кепилдигинин алынып салынышы, ошондой эле тынч чогулуш жөнүндө билдирүү болбогондуктан аны аткаруудан баш тартуу билдирүүнүн формасы, анын мазмуну жана тапшыруу мөөнөттөрү. Недостаточно просто сказать, что каждый гражданин имеет право на свободу мирных собраний, потому что дополнительно должна быть еще конституционная гарантия, которая ни под каким предлогом не позволит накладывать запрет или ограничение на проведение мирных собраний. Бул өтө маанилүү. Почему, Амир? Анткени тынч жыйындар жарандардын өз маселелерин чиновниктерге билдирүүсү үчүн курал болуп саналат. Болбосо биз байкаган көйгөйлөргө дагы коомчулуктун көңүлүн кантип буруу керек? Как бы мы узнали о проблемах торговцев Орского рынка, если бы они не вышли? СМИ об этом написала, и чиновникам пришлось обратить на это внимание и решать данные вопросы, потому что люди теперь об этом знают. Же балким, унчукпай чыдап, баарын таштап кетүүгө аракет кылган жакшыдыр. Жок. Третье. Инициаторы убрали норму, которая запрещала принуждение к указанию и определению этнической принадлежности. Эми кайсыл тарапка таандык экенибизди көрсөтүүгө милдеттүүбүзбү? Ай эгер жок болсо, айыппул салынабы? Же санкциялар барбы? Эмне үчүн? Бул дагы басмырлоону пайда кылат. Адамдын кайсыл улуттан экендигинин кандай айырмасы бар? Мен бизди ынтымактуу адамдар деп ойлоп турмун. Төртүнчү. Эми конституцияда негизги адам укуктары тууралуу сөз болот. Построение иерархии прав человека недопустимо. Нельзя, чтобы одни права были основными, а другие так, придаточными. Наше государство имеет юридические обязательства охранять и обеспечивать все права в равной мере, потому что эти права, они универсальны, неделимы, взаимосвязаны, взаимозависимы и дополняют друг друга. Все эти моменты влияют на нашу с вами ежедневную жизнь. Достор, эгер сиздер чакыруу күтүп жатсаңыздар, мындан ары тынчсызданып баштасаңыздар болот. Мындан ары күтүүнүн кажети жок окшойт. Пожалуйста, подойдите к своему решению ответственно, когда пойдете голосовать 11 апреля. Такую конституцию вы хотите? Точно? Нет, постойте, вы уверены? Кто эти инициаторы? Зачем это надо? Амир, нет, подожди, ответь!